Начинаем формировать воспиталку. Берем семью с маткой 17 года. Матку, которая уже поднялась во второй корпус, опускаем вниз на своей же рамке. А вверх подняли три рамки с печатным расплодом. Поставили медовую, ну, они как бы тут стояли уже, медоперговую. И сейчас остальное все добьем рамками семей, которые не поднялись в магазин. То есть, как бы условно будем считать их средними семьями, и все равно от них толку не будет на весеннем медосборе. Мы от них возьмем по рамочке расплода и доставим сюда печатный расплод. То есть, вот это у нас будет воспиталка. И дней через 10-12 можно, я думаю, будет прививаться. Вот семьи воспитательницы сформированы. В них две медопергои по краям, три рамки подняты с печатным расплодом снизу, остальные добиты из средних семей, из семей, которых не перешли пчелы в магазины. Вот здесь помечено. Вот минус одна рамка расплода. Ганимановская решетка стоит между корпусами. Сверху накинем магазин.